По предварительным данным, этой весной единые госэкзамены будут сдавать свыше 13 тысяч жителей края. Однако выпускникам прошлых лет и этого года, как было раньше, больше встречаться не придется. Согласно проекту Рособорнадзора, знания первых теперь проверят в ходе досрочного этапа в марте-апреле, а вторых – основного – в мае-июне. Исключений в этом правиле отныне нет. Неважно, куда нужно ехать выпускнику – на спортивные сборы или на конкурс красоты. Телепрограмма «Фабрика» шла. Наш известный певец, да, он же тоже у нас пропустил итоговую аттестацию, потому что у него «Фабрика» была. Но на следующий год он ее прошел. Сам процесс проведения ЕГЭ нынче обещают сделать еще более прозрачным. Все аудитории будут работать в режиме онлайн. Выпускные задания будут распечатывать там же, вместе с сдачей экзаменов. Все спорные работы отныне планируют отсылать экспертам в другие регионы. Какие, должен решить Федеральный центр тестирования. Также будет работать предметная комиссия, часть С проверять. Так вот сейчас будет перекрестная проверка. Это что то значит? Есть часть работ, допустим, наших выпускников будет проверять Омская область, часть Новосибирская, часть Хакасия. Точно так же, как мы будем проверять, может быть, Краснодарский край. Каким образом такая система оценки отразится на баллах выпускников, пока неизвестно. Хотя ежегодно в крае есть те, кто незаконно пытается улучшить свои показатели. Только в прошлом году было 12 нарушений. Преподаватели алтайских вузов уверены, амулетом на ЕГЭ должны стать знания выпускников. Тем более, что освежить их сейчас предлагают практически все высшие школы региона. В частности, бесплатные курсы по физике начнутся уже завтра. Выпускников ждут сразу в двух вузах – в техническом и классическом. С физикой проблемы есть, и причин много. Это, во-первых, и серьезный недостаток учителей физики. Ну, а второе, так уж получилось, что время на освоение физики в школах резко сокращено. Аналогичные программы подготовили выпускникам и в других вузах региона. В медицинском, к примеру, готовы поднатаскать по химии и биологии. Есть курсы и в педагогическом университете. Но в любом случае, отмечают специалисты, начинать готовиться необходимо уже сейчас. Ольга Калачева, Андрей Печоркин, информационный канал «Город».